Ну, представляешь, ты идешь по улице с рисунками, рисуешь, да, ты больной человек психически, у тебя нет инвалидности, потому что ты настолько болен, что не можешь даже инвалидность получить. Тебе просто страшно находиться в психиатрическом заведении, в краевой провинциальной психушке, столько времени, чтобы они соизволили, и то не факт, что дать эту инвалидность. И они вообще говорят просто, работать надо, работать. И ты работаешь дворником. И вот ты идешь, ты работаешь дворником, фигачишь со всей силы. У тебя нет ни друзей, ни девушки. И идет какой-то школьник, и картинки тебе вот так вот в лицо показывают с телефона. Как бабка Сергея. Ой, как бабка Снегового, как из нижнего интернета, короче, разные персонажи. Толена там бабка, это, хлопает, типа он тебе что-то подъебывает, ты отвечаешь в ответ со самокритикой, шуткой, типа, я там иду на работу, чтобы бабки Толена Маркина деньги отдавать, она меня, группировка там у них целая, Сергея Симонова и Снегового, и Толена Маркина, целая банда. И он, короче, тебе вот так вот показывает, экран тебе в лицо тычет, где бабка Толена Маркина хлопает в ладоши, типа, ты сам себя унизил, и прочую всякую хуйню тебе несет и унижает, и прочее. И нож тебе показывает, и пистолет тебе показывает свой. И показывает, какой он крутой там вообще, пиздец, какой он доминантный, блядь, самец. А ты просто идешь, блядь, рисовать и работать, блядь. Тяжелый труд. Он тебе доебывает хуйней всякой. Ты уже просто думаешь, блядь, что ему не скажешь, он все воспринимает. Только у него смысл просто, я не знаю, блядь. Ты подойди к дереву и просто доебывайся до дерева. Ты берешь, короче, свою фотографию к дереву приклеиваешь. Я свою фотографию к дереву приклеиваю. Вот, можешь доебываться, пока я работаю дворником. Доебываться сейчас мне нужно. Мне просто уже уши болят от твоего троллинга, блядь, школьного. И он подходит к дереву и выебывается, блядь. Думаешь, ой, пиздец, блядь. Сука, блядь. Какая же хуйня. Я тебя сделаю лучше, ты не имеешь права отказаться от моей помощи, блядь, тебе. Я делаю тебя лучше тем, что издеваюсь, троллю тебе, там, унижаю, блядь. Пиздец. Потом до этого я столкнулся там с одним. Сука, такой пиздец. Столкнулся с одним типом, который прикинулся моим другом. И который меня. Я просто деньги, тысячи. Грабил меня, блядь, на 1000 рублей, на 2000. 1010, блядь. И слился просто. Это просто пиздец. Смысл подходить, знакомиться. Здесь не найти друзей для меня. Ни подруг. Все почему-то, блядь, они. Просто устал, бля. Завтра фигачить мне. Очень много фигачить. Тяжелый снег, тяжелая лопата. Я просто охуею. И так всю неделю хуярить. И еще на выходных, возможно, даже бесплатно, причем а выходные не оплачиваются. В чем посыл видео, в чем смысл? То, что хуёво мне. Что я хочу рисовать.
Но я не хочу рисовать у отца. Потому что такая хуйня происходит, идешь, блядь, а там чел, здоровый лоб, ты его чуть-чуть проигнорил, там, минутку, он: «А-а-а, ты меня полный игнор!» Злится там вообще, блядь, натравляет на тебя всех своих друзей, знакомых, подруг, всех, весь город, блядь. Ты ответишь за свой игнор, блядь. Это, блядь, просто пиздец происходит. Потому что, может быть, это не мой город вообще. Не стоит мне здесь. Хотя это мой родной город. Я таю здесь, утопаю. Я просто хочу созидать, рисовать каждый день и выкладывать. Может, даже и не выкладывать. И отправлять через ДЭК или через Озон или через что там человеку в Москве, еще одному человеку в Москве. Тем, кто ценит мое искусство. А здесь не ценят. Одна девчонка мне написала 10 сообщений. Только ответь, напиши мне, свой номер оставила. А сама холодно общалась, я со всем уважением с ней общался. Холодно общалась, и в конце назидания мне какое-то зачем-то сделала: «Не ной, что-то там это сделаешь, будет вот это, все хорошо будет, спокойной ночи». Причем тут не ной? Я вообще не с ней, вообще не ныл. И причем она сама признавалась, что она бедолага. Ну ладно, это мои обсессии. Это называется обсессии, когда ты зациклен на том, что кто-то что-то тебе сказал, написал. Я просто устал, блядь. Устал не рисовать. Я хочу рисовать. Я хочу прийти домой и рисовать на подоконнике, пока свет есть. И нормальный комп, и чтобы комп был не нормальный, а слабый, но чтобы можно было выкладывать. У меня там, кстати, интернет, я оплатил. Но не пользуюсь. Чтобы были люди, которые ценили мои картины. Они называли, как эта баба, картинками. Ну, она видит весь мир в картинках, конечно же. Как это она написала мне, я уже говорил. Я написал: «Я вижу в девушках людей». Она написала мне одна: «Я вижу во всех парнях обувь». Это пиздец. Просто немного охуеваю со своей жизни. Я не хочу играть в комп. Мне не интересно. Я просто пропадаю.